Итак, спустя год подошел к концу ресурс обычного фильтра. Хотя, мне кажется, его можно и дальше использовать, ничего не мешает. Но просто я думал взять другой все равно. Вместо штатного заказал такой, опа, зеленый, типа антиформальдегидный. Поскольку у нас в городе сильное превышение по нему, вот такой фильтр решил взять. Сейчас посмотрим состояние штатного. Опа. Так, ну вот штатный. Практически чистый. Не знаю, чего даже менять. Да? Чего менять? Так, новый фильтр, написано, что с такой RFID меткой. Посмотрим. Дается вот также за место штатного. Язычок он. Все изи. Опа. Ну-ка давай. Вот, все, там 100 было. Ну-ка давай еще раз. А, блин, уже не показалось. Ну ладно, короче, видели, что 100.